добро пожаловать на КП-1.5. И хочу сообщить то, что мы все-таки достроили нашу зону. Ну как зону? Нашу маленькую территорию, где мы начинали свою игру Minecraft 1.5. И перейдем на другую зону, то есть там, где я строил железную дорогу. И там мы начнем немножко обустраиваться. Так, кнопки не надо. И, соответственно, я тут изменил нашу ферму. Ферма теперь выглядит вот таким вот образом. То есть я поставил внизу булыжник, тут сверху забор, это стекло. Ну, не знаю, тут мобы почему-то не спавнятся, хотя я факелов поставил достаточное количество, чтобы они не спавнились. Но не знаю, может я что-то упустил, может что-то не то сделал. Но по идее, они должны все спавниться. Но они этого не делают. Плохие. Также я засел в ферму, сделал тут небольшой мостик, под которым, собственно, тоже будет расти пшеница. Но пшеница будет расти потом, под мостиком. Так, мотыга. Вот, кстати, семя созрело, и можно добывать уже пшеницу из них. Многие, кстати, задают вопросом, как добыть семена, если тут даже нет травы, где их взять. Берутся они достаточно легко, просто мы идем, нажимаем кнопку мыши на мотыге, и можно заметить то, что из них выпадают семена. Эти семена в дальнейшем можно посадить, но также вырастить из них пшеницу. Так, в домике, я так думаю, ничего такого больше не изменилось. Я поставил тут одно кресло, и еще тут телек. Я выключил, то есть я научился его включать и выключать. Зайдем в опции, настройки видео, это поставим на off, этот пунктик, и как видите, телевизор включился. Потом еще раз нажимаем, и он выключился. Правда, когда включаем телевизор, на всех ступеньках открывается портал в параллельные изменения. И, соответственно, можно провалиться. Так, опять курица застряла. Вот я не знаю, этот пруд, тут всегда умирают курицы. О, кстати, курицы заспавнились. Ой, да, ферма работает. Ферма работает. И все. Рип. Я все время заметил то, что там погибают курицы. Не знаю почему, но в этом бесконечном источнике именно умирают курицы. Я не понимаю почему. Но я так думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. И продолжим в следующей части. Будем обустраивать наш коттеджик на островке какой-нибудь. Найдем какой-нибудь большой остров. Да, вот курочки заспавнились. Ну, всем удачи и до новых встреч.